Фильмы ужасов. Пору снимать на остановке в Черемхове. Ее атаковала предположительно горностаевая моль. Прямой угрозы для горожан нет, хотя ждать здесь транспорт крайне неприятно. Скорее всего, моль перебралась на остановку с дерева поблизости. Его зеленые собратья, но уже в Иркутске, кстати, тоже пострадали. Они оказались заражены калифорнийской щитовкой. Часть насаждений пришлось вырубить, ведь опасный вредитель мог захватить и другие деревья.